Золотая табличка с надписью «Центр выдачи счастья». Сразу под ней красовалась еще одна, поменьше. Кабинет психологической разгрузки кота Котофеича. Кот ученый высшей кошачьей категории. Леночка прочла обе надписи и яростно заколотила кулачками в дверь. «Откройте! Мне срочно! Мне поговорить надо! Откройте!» «Ну, чего ты орешь? Я тут, стою, слушаю внимательно». Леночка обернулась. Перед ней стоял огромный черный кот и меланхолично крутил в лапах сигарет. «Счастье на сегодня закончилось. Могу только поднять настроение. Анекдот, стихотворение, сказку, балладу. Могу предложить еще частушки, но они по двойному тарифу. Балалайку новую покупать пора. Еще есть свежие сплетни, но они совсем дорогие. Пока выслушаешь, пока приукрасишь. Такая морока». Вот чиркнул зажигалкой и закурил. «Да нет, спасибо. Я, в общем-то, просто посоветоваться. У меня тут это. Болезни лечу по средам с 8 до 11. Нет, у меня жених. И он мутировал в некое предположительно рогатое животное, но в человеческом облике. А потому сбрыкнул копытом и ушел пастись на чужое поле». «А откуда вы знаете?» «Не смеши». Кот распахнул дверь кабинета и лапой указал Леночке на стул. «Во-первых, я все-таки ученый. Во-вторых, ты женщина, и это одна из наиболее распространенных проблем. В-третьих, у тебя три ногтя поломано. Удерживала?» «Да», — Леночка кивнула и расплакалась. «Не разводи сырость». Кот постукивал лапкой по книге о черной магии. «Отворот? Приворот? А может, этот?» Кот гнусно хихикнул в усы. «Заворот? А что такое последнее?» «Заворот кишок. Избавит от проблемы навсегда. Придется оплатить похороны, влетишь в копеечку, однако выйдет все равно дешевле, чем приворот». «Да я не вернуть хочу. Мне бы новую жизнь, нового человека. Уж я тогда...» Леночка мечтательно зажмурилась. «Оживлять будем?» Кот выволок из огромного шкафа статую Аполлона. «По первости будет немного холодноват, и трепаться будет по-гречески, пока не свыкнется. Но это пройдет. Станет не нужен, вернешь». «Нет, мне нужен такой, ну, чтобы как я хочу, чтобы он для меня идеальным был». Но привередливая, кот себя затолкал Аполлона обратно и достал огромный кусок глины. «На, лепи. Что вылепишь, все твое. На меня потом не жалуйся. Кстати, на Аполлошу сегодня, если что, 30% скидка». «Нет уж, спасибо. Я сама. Сама». И Леночка начала трудиться над своим новым счастьем в лице идеального мужчины. Она ушла все, включая рост, вес, внешность, записочки с требуемыми качествами она положила внутрь скульптуры. Пришедший полюбоваться на результат кот сначала тихо улыбнулся в усы, а потом прыснул со смеху. «Что?» — Леночка недоуменно посмотрела на катающегося по полу кота. «Я так и знал. Я так и знал». И Кай от смеха произнес он. «А теперь посмотри сюда». В лапе у кота была зажата фотография Леночкиного бывшего. «Сиди тут. Как найдешь 10 отличий, сразу найдется новая жизнь». Отдышавшись, пообещал он. «Слово даю». Леночка переводила глаза с фотографии на статую и тщетно в течение часа пыталась найти хотя бы одно. «Ну что, отворот? Приворот?» – устало поинтересовался кот. «Приворот», – твердо сказала Леночка. «Тогда с тебя банка кофе и свежие сплетни, чтобы время зря не пропадало. Неважно о ком, я пристрою. А о деньгах потом договоримся». Так у центра выдачи счастья появился еще один постоянный клиент. Потому что нам всем хорошо известно, что абсолютно счастливых людей